Традиционно рабочая неделя в администрации Кашхабльского района началась с еженедельной планерки при главе администрации. В работе совещания приняли участие главы сельских поселений, руководители структурных подразделений администрации и учреждений района. Участники планерки представили информацию о результатах деятельности за прошедшую неделю. Совещание началось с обсуждения текущей эпидемиологической ситуации в районе и принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции. За прошлую неделю выявлено 4 человека, выздоровело 2 человека, 49 человек больных. Действующих очагов 42, контактных 68, 10 человек госпитализированы из 49. За прошлую неделю проведено 185 проверок торговых объектов, выявлено одно нарушение, составлен один протокол. Далее обсудили вопрос об организации мероприятий по массовой вакцинации жителей района против коронавирусной инфекции. О текущих делах на этом непростом фронте доложил заместитель главы района, управляющий делами администрации Рустам Хасанов. Было отмечено, что в последние дни темпы вакцинации увеличились ощутимо. Иммунизация населения проходит в 5 медучреждениях ежедневно, в том числе и на базе врачебной амбулатории аула Бечепсин. На сегодняшний день у нас провакцинировалось в целом по Кашхабльскому району 5239 человек, что составляет от отражённого плана 38,74%. Напомню, что на территории действует у нас 5 пунктов, и Чевсильское поселение у нас добавилось. По вакцине проблем у нас нету. Перед выходным мы получили 1000 доз. Остаток спутника В у нас 924 дозы, двухкомпакетная. Экивак Корона 10 доз и спутник Лайт 30 доз. Все пункты у нас работают теперь по другому режиму с 8 утра до 18.00. Если есть желающие привиться и позже, по предварительной записи все пункты у нас работают. Заур Хамирзов, в свою очередь, поручил главам поселений не избавлять темпов вакцинации для выработки коллективного иммунитета. О состоянии дел в агропромышленном комплексе доложил начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов. Мы знаем, что мы не закрыли год урожая в районе. На сегодняшний день средний урожай, в этом году, значит, год урожая у нас убрано было 17561 гектар. Это полностью озимых зерновых культур. Средняя урожайность у нас вышла по району 53,8. Средняя урожайность. Если взять по республике, на втором месте после Краснодарского района. По ячменю, значит, у нас средняя урожайность вышла 56 центнеров ровно. И по зимним пшеницам у нас средняя урожайность вышла 54,6. Заместители главы района отчитались о проделанной работе. По итогам планерки Заур Хамирзов дал ряд необходимых указаний и поручений руководителям и заведующим отделами администрации района.